Хейо, гайс, мышмики, мы продолжим проходить игру под названием «Однажды в Хэллоуине». Так, на чем мы остановились? Миска, 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 нам, короче, там в гараже что-то нужно было сделать. Фигурка совы, да. Так, нам нужно гипс и вода. Так. Гипсовый порошок у нас есть, чаша есть, ложка. Канистра с водой, отлично. Нам нужно найти еще были перчатки какие-то, чтобы не обжечь руки, как она говорит. Так, а вот где их найти, эти перчатки? Давайте с вами поищем. Ну, блин, они должны, по сути, быть в гараже. Ага, нам нужно еще символ где-то найти. А, я ебал это все дело. Так, вниз мне не спуститься. Тыква, 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 дверь, тыква, ключ. Хорошо. Так, а я тогда не знаю стоять. Перчатки, чтобы не обжечь руки. У нас еще здесь не хватает детальки, да, для открытия. А, может, мне сюда нужно все высыпать? Я не знаю просто. Что произошло? Что такое? Здесь запчасти не хватает. Ладно, посмотрим по карте. Ну да, здесь где-то все должно быть. Где-то в гараже. Так, таймер, да, я поставил. Па-па-па-па-па-пам. Нету, сюда нужно саму фигуру. Лопата. О! А это туда же. Давайте подсказку. Где-то на столе? Ага, нам нужно в чё-то гипс мешать. В чём-то, вот, всё. Стоять. Так. Гипс. Вода. Потом это дело ложкой перемешаем. Ага, выливаем фигурку. В прошлой серии мы с вами что смотрели? Руки нужно защитить, а то обожгусь. А я думал, это она говорит о том, чтобы сделать фигурку. Тогда окей. Тогда no problem. Так. Ага. Ага. Ого. Мне нужно, типа, чтобы оно вообще не было ничем соединено, да? Так, хорошо. Хорошо. Эти я не могу, да, передвигать? Так, камон. А как мне так сделать? Это сложно будет стоять. А эти я не могу, да, перемещать? А. Интересно. Чтобы не задевало при этом. Пускай где-то вот так. Так она все равно задевает. Хорошо. Ага, раз. Два. Три. Так, а теперь нам нужно собрать картиночку. Ну вот. Ой, бляха-муха. Как же это будет сейчас? Вари пиздам. А, вари пиздам.
Не, ну я примерно знаю, как такие игры играются. Ну, именно в такая головоломочки. Но это довольно тоже не очень легкое занятие. И так сделал. Так. Хорошо, дальше. Так. Потом часть лица идет. Так. Теперь. А я могу сразу несколько? Нет, не могу я сразу несколько хватать. Ну это, знаете, просто очень такие головоломки. Затянутые. Найс. Я стороны перепутал. Найс. Мне теперь нужно обороты такие сейчас херячить. Чтобы вернуть нормальным. Так, хорошо. Это у нас задняя часть. Это у нас пасть, да? Нет, стоять, а что это у нас тогда за часть? Ага. Значит, стоять назад. Хоп. Хоп. Лапки. Так. А, я опять лапки. Подождите, куда мне тогда это нужно нахер сдвинуть? Счет я немного не соображаю. Откуда эта часть? А что, часть пасти, типа? Я что-то не пойму, стоять, а что это, блядь? Откуда эта часть? Ни хрена, уже 8 минут прошло. Типа лапы, хорошо, вот. Одна вот часть лапы. Вторая вот, допустим. Вот это что, вот это откуда часть, я не могу разобрать. Это вот лапа, хорошо. Так, нет, подожди, тогда у меня и этот не получается. Рисунок здесь. Блять, это часть лапы, ёлки-палки. Ну нахер. Ёлки-палки. GG. Просто GG. GG. Так, туда, сюда. Нужно поменять вот эти две части.
Ага. Ну это чтобы уже время не тратить, потому что это уже подолго. Это уже подолго, уже 10 минут. А, ключ от дома. Хорошо. Все, по карте больше ничего, ничего. Задание выполнено. Попадите в дом. Это дружелюбный призрак? Жизнь нет. Так, нужно как-то отвлечь это потустороннее привидение. У нас есть мяч, в принципе. Самое легкое. Там кошачок лежит. Так, сработало. Так, разыщите Джо. Так, да будет свет. Да будет свет, но у меня нет. Так, так это подсознание ушло на ту сторону, туда лучше не ходить. Кошак. Надо подумать, должен быть какой-то способ. Так, хорошо, способ. А, у нас еще тут дверь есть. Надо подумать, должен быть какой-то способ, снова способ. Ваза, так, амулет, щипчики. Ладно, забираем то, что пока видим. Так, так вот почему они за мной охотятся. Но я им просто так не дамся. Не все потусторонние могут пройти через портал между мирами. Но все видящие могут помочь им сломать печать. Хорошо. Мне нужно чем-то длинным достать. Чем-то длинненьким. Мнать мне тут вещей. Так, стоять, лампочку открутить. Первый раз. У меня перчатки есть. Тряпка. Хватит, тряпка. Так, хорошо. Лампу не взял. Так, в следующее. Здесь у нас как раз есть щипчики. Так, все готово. У нас 3 кусочка. Гробик. Чего-то у меня скелет не хватает. В скелете. Да елки-палки, берись. В смысле, ты чё такое не работаешь? Что это за херь? Амулет. Надо найти детали, с помощью которых я смогу что-то починить. Что у меня еще есть? Отвертка. Отвертка. Поехали. Да будет свет, лампочка. Так-то я вижу там две части какие-то, чего-то или что-то это. Ага. Так, бабочка, рог нужно найти. Так, ожерелье раз. Нужно укомплектовать набор. Так вот, ожерелье. Нет. Камни. Где мне камни тогда найти? А, тё, их расставить надо. Та-та-там, изумрудик. Подвеска. Не знаю, ангел их сюда в картину. Зелененькая херь висит здесь. Пробка. Цветок, игла. Перышко. Иглу вижу, хорошо. Перышко, это сюда, да? Не, придется поискать решение получше. Перо. Куда можно еще сунуть пером? И такая вот заколочка у нас еще есть. Так, хорошо. Угу. Чем я еще могу взаимодействовать? Ну, у меня типа есть перо. А, чернила, вот. Схема. Что это? Так, думаю, это пригодится. Хорошо, только для чего это нам пригодится? Хотя примерно. Так, там мы все сделали. Крылья, какие нужны крылья.
Ладно, карта. В гараж. Угу. Да, чертеж. Ага, деталь точно. Готово. Ух ты ж, блядь. А, ну, в принципе, я держу в курсе, что тут нужно делать. Угу. Держу в курсе. Да-да. Так, хорошо. Готово. Это у нас отмычка. Отмычка. Карта, карта, карта. В гараже и в дворе мы можем что-то сделать. До тех пор их достать. Так, нужно что-то... На что-то нужно встать. Ну. Ну вот, алло. Алло, стульчик, стульчик. Не? Ладно, закроем. Мне это уже бесить начинает. А что мы могли взломать? Что мы с помощью тебя могли взломать? Ничего. Дверь взломаем. Нет. Отверткой давай расколем. О, а теперь можно взломать? Ништяк, ладно, уберу. Мешает только. Джей, помоги, вытащи меня отсюда. Я думаю, ты сможешь войти через задний двор. А так, держись, Джой, я иду к тебе. Хорошо, хорошо, хорошо. Новое задание, войдите в заднюю дверь. А, там этот мигает, тихо, бутылка. Так, трость, закрыта, программа... Программа минимум. Найдите ключ, который двери, и выйти на задний двор. Хорошо. А, что за странное растение? Зажгу-ка я свечи, посмотрим, что на столе. Так, я вижу мозги на столе. Слушай, это не лучшая идея. И вижу пунш кровавый, да? Там перчатка. А, еще что-то есть у нас? Так, летучая мышь, деталь какая-то. Хорошо, что здесь? Кусок маски. Кто-то... Так, открутил ручку. Хорошо, нам нужно найти ручку. Сначала смотрим то, что есть. Вот летучая мышь еще вторая. Да хера пауков, манать. Здесь ничего не активного. Вам пошли идти на стол. Тыковка. Так, летучая мышь, кошка, огурец, скелет. Не знаю, что это. И не знаю, что это. Так, кошак. Летучая мышь. Ну а чё, она ж похожа, нет? Так, рука, ладно. А, тут еще на другой стороне есть. Понять. Яблоко. Рик огурчик. Ну, опять, смотрите, ну, блин, картинка. Ну, откуда я знаю, это на все это похоже. Так, ладно. Пунш, какая-то бутылка, метла, что ли, типа того. Ты, что ли? Звездочка, звездочка, звездочка. Привидение. Ладно, печенюшка, привидение. Может, ты? А, так, теперь краб. Где мы краба видели? Вот краб, метла. Типа пунша. Опять какая-то херь и огурец. Ага, это гробик. Ты и огурец. Мне кажется, это самое very сложное, что можно... Может, сиска? Так. 5 СПП подряд, пойдите меньше, чем за минуту. Так, юный исследователь, 3 СПП подряд, и каждый, ну, это нормально. Хорошо, у нас есть сосиска, у нас есть каша, которую нам может отдать то, что нам нужно.
спасать. Так, медальон. Либо это в медальон. Да, это в медальон, походу. Ага, нам еще нужно третий где-то кусок раздобыть. Хорошо, все по карте. Здесь у нас еще где-то пазл есть, кусок пазла. Так. Так, а я нихера не вижу тут. У нас еще есть трость, в принципе. У нас еще, в принципе, есть трость. Ладно. Шкаф. Гробик. Не то. Я знаю, куда можно пойти. А, нет, там нужно встать на этот ящик. Может, в ту сторону туда лучше не ходить. Двор, двор, двор. Так, это достать можно с помощью трости. Запчасть, которая мне как раз нужна. Сокол. Теперь мы идем на улицу, открываем с помощью сокола ящик. Ключ. А чего этот ключ может быть? Ключ от скрены. Так, стеклянной двери. Стеклянная дверь. Так мы же открыли ее, разве нет? Вот это? Но мне кажется, если я выйду, я тогда здесь что-то потеряю. Да не, ну это понятно, алло. Мне нужно пазл, здесь кусочек пазла есть. Фрагментик, так сказать. А выйти на двор, это считайте все. Да пизда, я ливну. Так, какие мы хотя бы куски вообще собираем? Фиолетового оттенка. Мы собираем фрагменты фиолетового, такого синеватого оттенка. Нигде там не валяется, да? В темноте. В темреве, так сказать. Так, ну ладно, я в принципе не вижу. Если бы видел, я, наверное, бы сразу не нашел. Поэтому нахер. А тут больше у нас ничего, да, взаимодействовать? А не, у нас еще целый ящик есть, поэтому... Посрать, пошлите. Сразу вижу фигуру. Помогите! Помогите! Да-да-да, его, кажется, схватили. Надо поторопиться, у Джо, похоже, неприятности. Так, там кто-то шевелится. Найдите Джо. А, хорошо, здесь какая-то нужна деталь. Так, корона. Может пригодится. Ведьма, ведьма. Что? Меняющий предмет, хорошо. Призраки, призраки, призраки. Что у нас там? Ручка как раз нужна, которая. Хорошо, закрыто. Угу. Ой, тихо, призрак. Приведение при... Так, коллекция. А, так она не рандомно мне дается, тогда ладно. Так, кнопка от ящика. У меня сейчас в голове так столько мыслей, что я могу сделать. Больше ничего нету. Поехали на улицу. Туда. Кнопка. Переключатель. Хорошо. Дальше. Дом. Сюда. У нас только одно крыло. А, мы его сразу поставим. Ага, тут еще и корону надо. Так, теперь у нас есть ручка. Ручку мы сюда суем. Так, фрагменте как раз то, что мне нужно. Так, еще какая-то миска. Знак спириста. Хорошо. Так, мы можем бассейн открыть. Чем-то выловит так эту штуку. Черпачком давай. А, я думал, ты картину будешь. А, это вообще рисунок. Хорошо. Рука, рука, рука. У нас руки, я не помню, где было. Ладно, не суть. Давайте сюда пока вставим. Ага, мне показывают на гробик. А мне еще нужна одна рука. А вот и как раз и она.
Ну это легко, типа, сделать скелет он так, как должно быть. Так я не достаю. Ага, теперь я думаю, а это точно здесь должно быть? Ладно, давайте по руке. Почти. Почти, 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 тихо. Где-то вот, вот так. Осталось понять по ноге, как у нас. То у нас он такой гимнаст, а я ебал. Ага, все, есть. Ух, ё-моё, головоломка какая. Так, у нас крыло, крыло у нас здесь, последнее. Так, какое-то колечко. Кольцо с бриллиантом. Не знаю, стоять. Задний двор, а что у нас здесь было? А, ё-моё, нам нужно вырезать. Так, окошко открыто. Больше у нас тут ничего нету, ничего нету. Поехали. У тебя кровь идет, Джо. Прости, прости меня, пожалуйста. А, нет, не может быть, неужели я опоздала? Найдите, я нашел его. Я прошу прощения, я подвел тебя. Это посторонние меня заставили. Но я кое-что выяснил. Их мир — это зеркальное отражение нашего мира. Чтобы от них избавиться, нужно закрыть портал. Портал находится в кабинете Мэри, за глазом с символом. Свидящий. И еще тебе не помешает бы вот эту книгу заглянуть. Хорошо, нам дали книжечку. Так, уже несколько веков потусторонние наводят на людей страх. О, знак этих, масонов. Список заданий. Ты как-то переворачиваешься, нет? Окей. У меня что-то сломалось? А, мне нужно типа найти это. И... вон что. Сколько мне их нужно найти? Со временем средневековья все... Так, всевидящие были единственной надеждой человечества. Так. Так, масоны, масоны, масоны. Масоны, масоны, масоны. Они так клялись, что любой ценой будут защищать людей. Я говорю, это масоны, алло. Но со временем люди с уникальными способностями видели рождение все меньше и меньше. Птичка, птичка, птичка. Так, значок ведьмы. Джейн, не сдавайся. Ты должна довести дело до конца. Я не сдамся, Джо. Я обещаю. Реально он сдох?
Класс. Классно, классно. Войдите в кабинет злодейки. Ладно, я думаю, давайте на этом серию закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.